У меня старшенькая доченька пошла в школу. Очень хорошая школа, все очень нравится. Ей нравится, там самое главное учиться. Но благо и мы на нее не налегаем в плане учебы. То есть, как мое детство, не говорим, что тройка, а Лору дом, у нас возврат. Вы знаете, что тут... То есть я не хочу, чтобы, знаете, она вот в погоне за этими оценками стала к 11 классу вот этой бесячей отличницей, которая на третьей минуте контрольной работы уже... Извините, а сдавать можно? Все сделала, Анечка? Да, я все сделала, я Анечка. А ты в этот момент думал, само стоятельная работа? Или сама я не замужняя эта мразь вырастет в будущем? Главное, все сделала? Да, ну делай тогда второй вариант. Так я его уже тоже сделала. Я и домашнюю работу сделала, и районную олимпиаду по алгебре, геометрии, черчению, упокой, Господь, мое детство тоже сделала.